Добрый день. Продолжаем рассматривать программу Danfoss SO 4.1 Basic. Ну и сейчас мы попытаемся убрать те ошибки, которые здесь присутствуют в предыдущем расчете. А именно не ошибки, а предупреждения. Только единственное предупреждение постараемся убрать. Постараемся все. Ну и либо главную. Предупреждение. Вот. Слишком низкий авторитет. То есть это предупреждение, то есть нужно менять арматуру, применяемую непосредственно внутри этих радиаторов. Так, но прежде чем это сделать, я сейчас дополню данные. А именно метки забыли мы поставить. На некоторых участках, поэтому сделаем это сейчас. Так, и снизу то же самое сделаем. Так, и то же самое сделаем на втором этаже. Чтобы узнать там диаметр просто в конце. Надо было это раньше сделать, но... Всегда, когда забываешь, приходится потом дополнять. Особенно на этапе уже моделирования. Потому что надо знать, какие диаметры получились, может менять диаметры. Так, ну и последний участок. Так, все мы сделали. Так, ну и давайте пытаемся убрать данные ошибки. Так, ну первым делом я говорил, что давайте заменим вот этот клапан. Тоже у нас вот такой вот большой типа размер фланцевый на другие варианты. Так, из предложенного перечня. Так, вот первый вариант. Давайте такой выберем. Несколько выберем, потом посмотрим. Такой вариант. Еще какой-то вариант, ну. Ну и давайте пока вот это поставим.
что с ним будет. Так, ну уже увеличился. Так, но все равно требует регулятор перепада давления. Ну, давайте поставим регулятор перепада давления. Давайте вот так возьмем. Ну и больше типа размер. Так, сначала вот этот выберем. Так, и поставим сюда. И сюда еще нужна сопутствующая арматура, чтобы импульсную трубку. Давайте вот это выберем. Так, и поставим, и опять. Так, мы немножко не туда поставили. Вот сюда. Вон вам программа даже говорит правильное место, куда нужно поставить. Так, и опять нам нужны отметки, чтобы они не пересекались. Так, ну и давайте еще раз посчитаем. Так, вот этот прошел. А, мы второй взяли. Так, а ну-ка давайте тот проверим. Меньшего типа размера. Вот этот. Так, а вот этот не проходит. Ну, значит, остаемся на том варианте. Ну, там еще какая-то ошибка другая выпала. Значит, того типа размера не хватает. Так, ну эти ошибки я уже исправлять не буду. Это предупреждение. То есть, ну и на этом расчет у нас закончен. Так, ну и здесь по такому же принципу, то есть можно посмотреть результаты. То есть настройка не меньше 2, 4, 3, 4. Так, это у нас первый этаж, второй этаж, 4, 4, 4, 4, тоже 4. Так, ну здесь 3 и 3. Можно, наверное, еще поуменьшать размеры. Но это я уже делать не буду. То есть все видим диаметры. Ну и видим основные отличительные особенности.
расчета. Так, всем спасибо за внимание. До дальнейших рассмотрений различных программ по расчету систем отопления и теплоснабжения, ну, или другие варианты. Всем удачных расчетов. Спасибо за внимание и до свидания.